Вот такая солнечная панель и солнечная станция меня спасает, очень сильно спасает. Она экономная, дешевая в том смысле, экономная в том, что она экономит мне деньги. 2,5 ампера, уже солнце уходит, вечер, 2,7 вольт, так, вольты. И здесь у меня бесперебойник работает. Бесперебойник работает, значит, от счетчика. А счетчик, вот видим, да? Счетчик у нас работает от инвертора. И получается, бесперебойник заряжает аккумулятор. Такая вот гибридная станция. А инвертор в свое время подключен к аккумулятору. А к этому аккумулятору контроллер. К этому контроллеру вот солнечная панель у нас идет. Вот она. Бублик такой проводов. Вот все к ней. Сейчас 41,9 вольт. Мы можем вот так выключить, но заряд все равно продолжает идти. Батареи почти заряжены. Просто что под нагрузкой оно висит. Этот товарищ много употребляет. Рекомендую настоятельно иметь всегда два контроллера, для того, чтобы вы могли просверить заряд аккумулятора. И один может побрехивать, но у меня два четких. Вот, я их сверял от другого контроллера. В общем, два четких у меня контроллера, и поэтому я им доверяю. В разных местах куплены, правда. Вот, я рассказывал уже про этот инвертор много вам. У меня таких много. На 12 вольт, 350 ватт максимум выдает. Максимум в том смысле, чтобы он не грелся. 500 это уже нагрузка будет большая. Он может работать горячий. У меня, я так его долго эксплуатировал, по 5-6 часов. Все нормально. Больше киловатт. Вот киловатт, вот реально вы можете запустить перфоратор, болгарку, вот он будет работать. Но не рекомендую больше 350 ватт использовать. То есть он еле теплый, постоянно охлаждается, в нем кулер активный. Вот, его можно купить от 1000 гривен до 3500 гривен. Вот такой контроллер можно купить, это бюджетное, я еще раз говорю, это дешевый, дешевый, простецкий такой вариант на 30 ампер. А вот его показатели. То есть можно даже и на 24 вольта стряпать. 1000 ватт максимум потреблять. Значит, вот такой вот аккумулятор можно купить за 1500 гривен. До 1700, вот его показатели. 62 ампер-часа, 500 пусковой ток. Ну, конечно, вот это будет посерьезнее, 77 ампер-часов, 780 пусковой ток. Вот, значит, солнечная панель стоит 35 евро. И если покупать не поштучно, а сразу 6 штук, по 35 за штуку будет. А так, если поштучно, где я брал, 50 евро стоит такая. Я, значит, фиксирую, сколько я добыл. За все время 4 киловатта. Ну, за все время, это в смысле с момента, когда я его купил и начал фиксировать. Я купил его недавно. Вот. А так-то панелями уже долго пользуюсь. Я думаю, уже они себя, наверное, отработали давным-давно. Почему говорю панели? Потому что это не одна. Вот еще одна панель. Значит, 450 ватт. 15,5 ампер. И 58 вольт максимум. А такая стоит от 100 евро и до 110. А если брать тоже не поштучно, то можно 6 штук взять. За штуку вы заплатите по 80 евро. Такая 280 ватт, 10,5 ампер и 46 вольт максимум. Очень доволен ей, одной и второй. Наэкономили мне хорошо, и кроме того, спасали, когда электричества подолгу не было. Видите, заряд идет. Круто. Заряд идет. Сейчас я вам покажу, зачем и для чего я использовал, и как они меня спасали. Часто мне пишите, говорите, генератор приобрети. У меня есть генератор. Но им невыгодно 10 часов пользоваться ради Wi-Fi, лампочек там. Ради, короче, 400 ватт невыгодно, или там 600 ватт пользоваться, да? Потому что за час работы 50, короче, гривен надо заплатить за час его работы, потому что литр бензина спаливает. Я использую
добытую энергию для выращивания растений, цыплят, все в инкубаторе вот так вот выращивал, когда электричества нет, спасает. Да что ж тут, не стесняйтесь, все покажитесь, тарелку, блин, перевернули. Инкубатор, вон, смотрите, у меня вон уже товарищи лупятся, когда нет света, или когда он есть, но его мало, меня спасают вот такой вот, вот такой товарищ. Вот видите, в розетке сейчас 180 вольт, много чего функционировать не может, да что тут говорить, экономки ни хрена не светят. А это меня обеспечивает штуковина полностью, стабилизирует, в общем, выпрямляет энергию, работает от аккумуляторов, вот его все параметры, что сколько отпахает на нем. У меня два вот таких аккумулятора подключено сюда сейчас, вот по 60 ампер-часов, 540 пусковой ток, два, можно, значит, 200 ампер-часов здесь максимум установить аккумулятор. Вот вся эта к нему штука подключена. Он работает от розетки сейчас, выпрямляет энергию и зарядил уже аккумуляторы на максимум, как видите. Это нагрузка, когда нема. Это нагрузка, когда нема электричества. Оно показывает, сколько вы можете. Ну, до 1000 ватт можно нагрузить его. Вот. Я с помощью освещения здесь выращиваю елочки. Цыплят у меня здесь, освещение нужно, чтобы цыплята тут грелись. Брудера всякие работают, тут тоже вот у меня несколько полок, цыплятки бегают, греются. Сейчас им буду давать кушать. И это не все мое хозяйство, у меня даже в курятнике было постоянное освещение. Когда у тебя света нет по 5, по 6, по 10 часов, эта тема очень спасает, и более того, ты экономишь. Да, оно себя не сразу купит. Со временем. Но ты же себе, когда что-то покупаешь, там, телефон, ты его покупаешь не для окупаемости, а покупаешь его именно для использования. Также я часто это говорю, не устану говорить. Нужно освещение постоянно. Таким образом получается экономить. Вот такими вот лампочками у меня все подсвечивается. Все обклеено внутри фольгой. И видите, все эксплуатируется. И светит хорошо. То есть для растений нужен свет. Этого света с головой хватает, экономных лампочек. Но, чтобы эти экономные лампочки функционировали, им нужно постоянно давать ихних 220 вольт. Ну, можно 200. Да, вот тут, к примеру, как 207, да, функционирует. Уже светит все нормально. Если здесь будет падать меньше, то оно будет здесь поднимать больше, соответственно. Вот. Но без аккумуляторов эта приблуда работать не будет. Вот у меня постоянная станция, которая функционирует от этой большой панели. Но тут уже все заряжено. Вот. Надо вам всегда иметь такие автоматы защиты. Два идут на аккумулятор от перегрева, от короткого замыкания. И два на солнечную панель. Сначала включаем аккумуляторы, потом солнечную панель. Потом выключаем первую солнечную панель, потом аккумуляторы. Не иначе, иначе спалит и аппарат. То есть должно сначала, должна быть нагрузка от аккумуляторов, а потом нагрузка от панели. Здесь все нарисовано. Как видите, у меня таких аккумуляторов не пара штучек. Вот простая схема подключения всей этой приблуды. То есть вот еще аккумуляторы стоят на запасе. То есть все проверено уже. Это то, что я для себя сделал выводы. Ни в коем случае не перегружайте его, как тот бесперебойник. Этот всего лишь на 650 ватт в максимум, но я 350 также стараюсь больше. О, курочки снеслись. Также использую 350, как на инверторе. Не купите ни в коем случае такую панельку. Это просто я так на всякий случай говорю. Вот, типа к ней подключается USB кабель. Вот. И типа у вас будет заряжаться телефон. Он не будет заряжаться никогда, как бы солнце не палило. Более того, вы убьете себе аккумулятор и можете еще спалить телефон. Блин, эта фигня еще подорожала. Сейчас 5 баксов стоит. Стоило 3. Не работает эта штука. Я столько уже роликов снял. Это не купите на этот лохотрон. Их продают миллионами. Прикиньте, миллионами. И вот эта штучка 5 баксов стоит. Это вообще денег кошмар рубят на незнаниях. Ну, в общем... Я лоханулся, главное, вы этого не повторяйте. В общем,
Друзья, подписывайтесь ко мне на телеграм-канал, у меня там много полезной информации, много мастеров, все делимся там, новички, уже и не новички, своим опытом. Вы можете получить бесплатно для себя совет, там бесплатная подписка абсолютно. Единственное, не нарушаем правила нашей группы, мы там не материмся, не ругаемся, не обсуждаем политику, религию. Поставьте этому видео лайк, я очень старался, подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации. Также пишите ваши комментарии, что вы думаете. Или что вам снять про эту станцию, что вам рассказать, я расскажу. Спасибо за просмотр.